В истории этот день остался как день тюльпановой революции. 24 марта 2005 года в Кыргызстане произошли народные волнения, в результате которых Аскар Акаев, занимавший пост президента 15 лет, покинул страну. С 2008 по 2012 годы 24 марта в Кыргызстане было выходным, как день народной революции. Но постановлением Жогорку Кеңеша праздник был упразднен. С тех пор этим событиям дают разную оценку и переосмысляют. События 24 марта, 7 апреля, октябрьские события мы уже назвали революцией. Однако, если после революции в обществе не искоренены семейные клановые правления, коррупция, и если нет системной реформы в обществе, как, например, в Грузии, мы предлагаем не называть эти события революцией. До этого дня мы назвали это революцией. В обществе не произошли изменения. Это не революция, просто переворот. В феврале и марте 2005 года прошли очередные парламентские выборы. По данным ЦИК Кыргызстана, депутатские мандаты тогда получили Айдар и Бермет Акаевы, сын и дочь тогдашнего президента Аскара Акаева, а также лояльные семье Акаева люди. Оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах, обвинив власти в использовании административного ресурса. Международными наблюдателями они были признаны нечестными. Это и привело к народному недовольству, резкому обострению положения в стране. Народ поднялся и сверг существующий режим. Я бы сказал, события октября 2020 года и марта 2005 года, они очень идентичны, схожи. И в октябре 2020 года и 2005 года люди свое недовольство показали через выборы. К сожалению, цель 2005 года не была оправдана, потому что одна семья, одна группировка во главе с Бакиевым, они захватили власть и установили опять же диктатуру и авторитарный режим. Мы, многие лидеры того времени, многие участники, организаторы, так же, как и наше общество, были просто обмануты. Народные волнения в 2005 году начались в Джалалабаде. 24 марта на главной площади Алато за отставку действующей власти собралось более 30 тысяч человек. После короткой ожесточенной стычки силам правопорядка пришлось спасаться бегством. Сотни человек с обеих сторон получили ранения. Приказа на использование силы солдаты внутренних войск и милиция не получили. Последствия любых переворотов, революций, она негативно отражается в экономическом плане, но тем не менее, в сознании масс происходят такие большие сдвиги позитивные. Народ начинает осознавать, кто он такой. И для власть имущих, для власть придержащих тоже это урок. Они будут понимать, что кому они должны знать, кому они служат. И как они должны служить. 24 марта 2005 года массовые акции протеста привели к свержению президента Аскара Акаева. Вместе с семьей он получил политическое убежище в России, откуда и подписал заявление о своем уходе с президентского поста. Новым президентом стал лидер оппозиционного движения Курманбек Бакиев, который также был свергнут во время апрельской революции. Максат Леспеков, Талас Аманбеков, 5 канал.